Уборочная кампания 2016 на Могилевщине официально стартовала. В область стала третьей республикой, где приступили до жнива. Надворье дозволило распачать уборочную ранее, чем у минулым годе. И урожай, меркуют аграры, сёлета будет больше летошнего. Старт жниву дали на Кировской земле традиционным землеробчим святом зажинки. Золотые колосы на полях шумять, наливаются, тяжеют. Год за годом у один из липинских дён вяскоўцы выходит на нивы, каб распачать уборку збожа. Первый сноп по традиции отдают господару поля, другие господару района. И вось эстафета от серпов переходит до сучасной техницы. Первую полосу проходят экипажи, якія летась намолотили более за 1500 тонн збожа. Вы чего-то вот просите, может быть, у матушки земли, когда отправляетесь вот на уборку? Ну, блин, здоровье самое главное. А это все будет. Уборка будет, хлеб будет, все будет. Главное, чтобы было здоровье было, погода позволяла. Сёлета уборка стартовала ранее традиционного, надворья дозволила. До жнива приступили паўднёвыя районы. Техника и зернесушильные помешкання готовы, запэўніваюць аграры. Збожжевые и зернебабовые у Могилёвской области треба убрать на площади у 334 тысячи гектаров. Можно сказать, что южные районы, да, в южных районах уже отдельные поля подошли. Влажность 20-22%. Северные районы наши, Горецкие, Мастиславские, Шкловские, они немножко попозже. Но можно сказать, что на следующей неделе уже уборочная в Могилевской области пойдет. На поле стоит прекрасное зерно. Надо его убрать за 15-14 дней. И технически мы имеем такую возможность. Положить в амбары, сдать государству, положить семена, подготовить и заложить фураж. Поэтому... зависит от нас. Сярэднюю ураджайнасць у Кіраўскім районе сёлета плануюць у сярэднім 40 центнераў з гектара. Нагатове тут 7 десяткаў техники. Каб акрэсліць задачи на гэту уборочную, кіраўнікі и начальники усіх райвыканкамаў в области собрались на семинары на радзе. Мы говорим о качестве уборки, о подготовке зерноуборочных комбайнов, о подготовке экипажей и в целом всех людей, которые заняты будут на уборке зерновых и доработке зерна. Задача стоит минимизировать потери и все до зернышка собрать. Плануется, что сёлетний агульно-республиканский каравай будет больше важкий за летошний, лишь бы покуль не называют. До початку жнива во всех регионах. Я рад тому, что мы могилевчане сегодня в лидерах по началу уборки. Хочу, чтобы они остались лидером по окончанию уборки по намолоту. Андрей Шуляк, Кристина Каранкевич, Александр Тарасов, Новини регион.